the thunder. Thunder. Всем небага не лага, зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека, и сегодня я вас приветствую в третьей нашей серии, возможно, заключительной, потому что я чувствую, я скоро сдохну от голода, от холода, в ванильном Don't Starve, с лампочкой, вот, я безумно рад, что в нее играю, потому что сразу столько воспоминаний, как все было, но тем не менее, мы сейчас стоим у костра, рядом говно, жизнь говно, и вообще все прекрасно, давайте... А, подожди, на научку, что там? На алхимию... А, господи, положи. На алхимочку, что у нас надо на алхимку? Да 4 золота, у меня только 2 их. У меня 4 золота, что за фигня? А надо 2, наоборот. Так, ладно, вот, все собираем, что вообще съедобное. Хоть чуть-чуть, вот в рот положить можно, съедаем. Потому что с едой тут пипец какая проблема. Дичайшая просто, я бы сказал бы. Давай попробуем. Вот, а ну. А, это хп-шку восстанавливает у нас. По 2? А, по 1. Видать, я что-то съел, и, видать, я, типа, восстановил так. Окей, грустно, конечно, но что поделаешь, что поделаешь. Так, пауки у нас снова, пауки. Надо искать кролик. О, смотри, вот скотина. Я хочу все еще продолжить. Во-во-во-во. Скотина. Морковку видел, ягоды видел. Подожди, еда. Еда, я не умру, вот еще морковка. Во, кролидзе, вот ямка. Так. Индюха, стопе, иди сюда. Ни хрена я мощный. Ты видел? Просто ваншотнул. А что с него выпало? Морковка с него выпала? Или один кусочек? А, вот это и вот это выпало, точно. Так. Так, вот так. Да! Ха! Просто все, живем. Так, пчелы есть у нас, смотри. У нас пчелы есть. Это хорошо. Почему я не могу полить деревья? Взять цветок. Атаковать. Взять. Че за бред? Ладно, спалим уже этот факел. Факел сгорел. Так, вот это съедим. Вот это съедим. Да ешь ты уже! Какие баги! Капец. Ни хрена есть не хочет. Ладно, собираем, наверное, все. Все пригодится. Вот это болото лучше обходить. Вот это собираем. Нормально. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Ну все, у меня теперь еда есть. Я пока что живу. Потому что если я сдохну, будет грустно. Чуть-чуть. Just a little bit. Так, а у нас тут что, биом какой-то такой смежный, да, вместе? И снова кладбище. А у меня лопаты нет. Когда все за лампочку изучается, у тебя нет лопаты. Такая обида. Так, собираем ягодки обязательно. Обязательно просто собираем ягодки, потому что мы будем вздыхать по дичи. Вот, хотя бы что-то. Кстати, скоро гончие придут, по идее. Я не помню, есть ли они в этой версии, но вроде бы есть. Если есть, обязательно надо себе... О, еще. Где ты там? Где ты? Дуся, на. Во. Да вообще, я просто ремба. Ремба. Unstoppable. Убивец. Как-то так. Не, нормально. Живем. Пока что живем. Вопрос с едой я вроде бы пока что решил. Это голод. Так, ладно, поедим ягоды. Как неприятно есть. То есть, медленно. Очень все медленно. Так, надо, чтобы дальше отошел. Как тебе заставить дальше отойти? Скотина. Промазал. Ладно. И такое бывает. Чё там? Скоро вечер. Надо домой уже по Техасу идти. Чё у нас тут? Я как-то далековато отошел. Или маленький костерчик. Наверное, маленький костерчик забацаем. Давай топорчик. Давай дрова наковыряем. Маленький костерчик. Чё мы все время домой будем бегать? Нет смысла, я считаю. Домой все время гонять, да? Вообще я не вижу в этом смысла. Знаешь, что мне сейчас показалось? Мне показалось, что с дерева змея выпала. Я такой...
когнитивный диссонанс. Чё? Кораблекрушение, змеи, это здесь? Ну, вот, всё, всё. Мозг поплыл. О-о-о. Слушай, индюшки. Я вас любить. На. Куда пошла? Ну ты скотина. Сюда иди. О. Крампуса еще не было. Можно убивать на этот момент. Да, Крампуса вроде бы, если я не ошибаюсь, не было в игре. Так что можно беззащитных убивать просто направо-налево. Просто вот так вот раскидывать. Нормально. Сейчас вечерочек как раз будет. А вот зима есть или нет? Вот вопрос. Так, кроме еды, я считаю, надо еще что-то пособирать, потому что я слишком много еды насобирал. А она, ну, мясо будет. А! Йоу! Ты посмотри, чего нету, я только заметил. Еда не портится. Это восхитительная игра. Когда вспомнил. Шикарно. Сорян. У меня какие-то там побочные эффекты. Когда вспомнил, что ты просто царь горы в этой игре, да? Ну, ладно, что-то в этой игре все-таки тяжелее. Но насчет еды, да, они сейчас чуть-чуть усложнили. Плюс рассудок, не забываем, да? Рассудочек, вот наше все. Наверное, цветочки надо собирать, чтобы и хпшечку восстановить, когда их есть. И поздаем этому. Научки поздаем. Это пригодится. И такой костерчик забацаем. Изучили и нормуль. Так. Так. Забирай. Забирай. Нормально. Ночка. Все. Давай, наверное. В смысле? А так нельзя? Типа, в этой версии... слушай, я просто часто этим пользуюсь. То есть, если у меня есть ресурсы, то я просто... изучаю и оставляю, и потом, не тратя ресурсы, то есть они типа потратились, а у меня изучено, я так хожу, а тут нифига, ты вот хочешь поставить, нифига, открыл, все, можешь заново ставить, оп, прикольно, забавно. Ладно, давай, наверное, мясо поедим в первую очередь. Слушай, сейчас гончие приду, да, сколько, три штуки вроде приходят. Так, мясо поели, хпшечку восстановили, давай, наверное... добьем хп. Ешь. И еще три. Еще последний. Все, хпшку добили, нормально. Надо поисследовать хорошенько и соточку еще на броню. Броня нужна. Броня на заказ. Броня, я считаю, нужна. Это пригодится. Можно даже несколько научек сделать. А что нам? Зачем нам одна научка, да? Мы несколько в разных местах поставим. Хотя алхимку, мне кажется, лучше сделать уже. Мы ее можем себе позволить, но там камень. А камень сколько стоит? 30? Вроде 30. Ну, короче, главное сейчас это... обмундироваться, чтобы не сдохнуть. Мне кажется, вот это сейчас главнее будет. Я вот только не помню. На 6-й день с утра они приходят или как? Блин, будут гончие, нет? Я переживаю. Давай, утро, наступай. Утро. Я сдохнуть не хочу. Обидно будет. Я вроде научился выживать уже. Чуть-чуть. Так. И ресалок-то нету. Тогда ресалок-то не было. Еще даже мясного чучела не было на тот момент, если я не ошибаюсь. Утро, давай. Все. Утречко, шикарно. А вот собаки рычали, когда приходили, или нет, на тот момент? Не помню. Я могу сделать сачок? Могу. Вот так мы повыживаем. Вот, сейчас мы насобираем. Ты заколебал. Вот здесь где-то была. Во. Нормально. Сейчас мы, короче, наизучаем себе так. Вот тут где-то. Вот тут, да. Точно. Может тут где-то, не? Не? А может тут? А тут? Не? Так, еще одно кладбище. На кладбищах обычно золото бывает. Но не всегда. Еще кролик. Они к концу дня, ближе к концу дня, начинают нормально отходить так от своего домика. Скотина.
А ну, бабочку я могу поймать? Поймай бабочку. Так, стой, баба. Короче, иди нафиг. Гоняться еще за бабочкой полдня буду. Нафиг надо. Наверное, только убить, скорее всего, можно. Вроде тогда еще нельзя было садить бабочек. Так, так, я потихонечку иду домой. Хорошо. Куча морковчи вообще. Если зимы нету, то мы идеально будем на кроликах, на кроликах и индюхах жить. О-о-о-о. Нет, стой, скотина! О, псы, смотри. Слышишь? Псы идут. Я слышал псов. Это точно были псы. Слушай, а если я к Бифало пойду? Пойдем, пойдем. Насколько быстрые псы были тогда? Вот, я не помню. Кто-то помнит? Я не помню. Может, успеем. Ну, чисто напрямик к Бифало гоняем. Гоним, гоним, гоним. Давай, давай. Во-во-во. Я помню, когда первый раз услышал этих псов, играл, помню. Этот, я такой перепугался. Думаю, что это? Что это за хрень? Так, долго идут псы. Ну, а первые вроде и так долго всегда идут. Как ни крути. Так, 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 так. Щиточек обязательно надо будет сделать. Но я уже не успею, так что просто бежим к Бифало. Мне кажется, они должны мне помочь. Хотя, если ночью... Да все равно помогут. С факелом погоняем, да? У нас же есть... О, вот это плохо. Вот это заберем. И еще одну, наверное, себе возьмем. Я почти добежал до Бифало. Ух, как рычит. Тупичок такой, загони себя сюда и сдохни там, да? Жесть. Мне кажется, больше рыка вот этого. Реально стрёмный рык. Очень стрёмный. Ну, собаки. Собаки-говняки, давайте, нападайте на меня. Очень долго рычат, вот, серьезно. То мы можем вот это сделать. О, бегут. Резко остановились. Одна? Две, окей. Надо их вокруг этих ловить. Сейчас отвлечется от меня. Во-во-во, пошла. Пошла жара, все, сейчас закромсают. Нормально, я справился. Спасибо. Обожаю вас, ребятки. Не знаю, я всегда любил Бифало. Вообще четкие пацанчики. Обожаю их. Классные. Ладно, пойдем, наверное, вот это еще соберем. Так. Поздаем это все, и будет все хорошо. Будет все хорошо. Надо соточку на броню. И после того, как броню изучим, все. Остальное сейчас все в крафт там всякие будем впиливать. Потому что, ну, мало ли, знаешь, в драку тоже нужно вступать. А я не хочу лишний раз вступать в драку. Кротов еще вроде, кстати, нету. Потому что вроде кроты появились только в роге. Да? Вот я могу ошибаться, но мне кажется, только в роге кроты появились. Так. Какашки! Какашки! Сайенс! Наука! Какашки! Как пожелаешь. Как пожелаешь. Мало, блин. Давай вот это. Очень мало все дает. Ну, 60-очку уже набили. Так. Мясо монстров. 85. Слушай, нормально. Так. 94. 97. И соточка. Та-дам.
Шикардос. Так, открываем броню. А что у нас тут еще есть? Уже знаешь, как в магазине сидишь такой, а что бы мне купить? Шубку новую, сундук, пчелы. Пчелы собирать, да-да-да, помню. Не, давай, наверное, броню все-таки. Планировали броню, берем броню. Все, ноль. У нас снова ноль. Эх, а ну, одно золото. Хочу потратить. 15. Не, ну много, конечно. Я вот спорить не буду, это реально много, но все равно такое себе. Подожди, я сейчас знаешь, что проверю? Просто чисто в теории. Смотри, у нас 15. Так, по моим подсчетам... Это 3. А здесь... Тоже 3. Ладно, нет разницы. Окей. Просто проверил. Дает ли жареная еда больше? Сейчас еще попробую. Вот я уже пытался вот эти скармливать инструменты. Они всего по одной дают. А если я потрачу вот такую штуку? А ну? Фига себе! 27! 27! Охренеть! Так... Птица. Блин, ну у меня не хватает вот этой штуки. Бритва. Это бифало. Слушай, а бифало брить можем. А если мы можем брить бифало, то это значит, что может быть зима? Или нет? Это не точно. Так, ладно. Шапка бифало. Шапка бифало. Слушай, зима есть. Зимняя шляпа. Зима есть. Winter is real. А может моржи есть тогда? Зима вроде изначально прям была. Давай, наверное, сделаем... А мы не можем, да? Алхимочка нужна! Давай алхимку сделаем. Давай вот на алхимку сейчас. То есть мне надо вот это и дерево. Так, давай, наверное, еще одну веревочку сделаем. Две. И одну сдадим. Вот, нормуз, ты прикинь. Ты прикинь. Так, так, золото оставляем. А, подожди, что мне надо там, подожди, на научку, на алхимку. Камень и дерево. Камень и дерево будет. Пошли за камнем. Вот у нас тут камни нормально. Вот, вот туда. Пойдем за камнем. Пойдем камня надолбим. Он нам пригодится. Долби. Что? Что происходит? Он все время бежал почему-то. А золото нет! Нет! Такая еще обида, золото утонуло. Я поломал. Восхитительно. Так. Давайте вот это разбьем. Я надеюсь, вот сюда золото не упадет. Я очень на это надеюсь. Нет, не упало. Ты собирать будешь это? Нам надо их сколько? Подожди. 4. На одну уходит 3. 12 штук. Нормально. Так, 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 так. И золото. Шикарно. Видишь, то есть первых мне вообще ничего не выпадало, никакого золота, а сейчас начало хоть выпадать. Типа подождал, и она... начали выпадать. Наверное, как-то так это работает, я хз. Ну, что? Мне золото сейчас с обычного выпало, с вот такого. Походу это рандом. Но это не точно. Так, давай добиваем. Сколько мне, получается, дерева надо? Так, 4. На одну уходит. На одну уходит тоже 4. 16 штук. Дерево больше надо, это нехорошо. Так, так. Давай насобираем и сделаем их алхимку себе уже. У нас будет алхимочка, алхимочка. Интересно, что-то даст нам то, что у нас будет алхимка? Ну, кроме того, что мы сможем изучать различные предметы. Шишечки, шишечки, шишечки мои. Интересно, энд встанет, не? Такой энд такой, сейчас поднимается. Ты чё, охренел? Ты меня заколебал во всех версиях игры, и тут еще меня убиваешь.
Хотя не знаю, победю ли я Энта. Победю. Я ж победюн. Должен победить. Это не точно. Так. Давай. Счет 3. Оп. Оп. Все, пошли алхимочку сделаем. Пойдем, 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 пойдем. Так, я почти дома. Я почти... Очень близко просто. Лицо Уилсона очень близко к лицу моему. Лицо к лицу. 4. Раз. Два. Три. 4. Раз. Два. Три. 4. Золото. Окей, Google. Почему мне никто не сказал, что тут надо аж 200 очков? What the fuck? Блин, ну, не, это варик, конечно, но если зима придет опять-таки, и у меня не будет ни травы, ничего, то я останусь без ничего. Ладно, на этом, наверное, сегодня закончим, на том, что мы что-то опростоволосились, оказывается, до хренища очков надо, а зима у нас на 11-й день. Ей! Ладненько, спасибо всем за просмотр. На этом сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, это очень приятно. И советовать канал друзьям, если вы любите Don't Starve, ванильный, у нас тут вообще всячески Don't Starve, ну и все дела. Всем спасибо, всем удачи, до скорого. И не голодайте.